Всем привет! Сегодня готовлю быстрый и очень вкусный пирог к чаю. Готовится он очень просто, получается нежный, ароматный и просто тает во рту. В глубокую емкость вбиваем 2 яйца, добавляем сахар и взбиваем все до пышной массы. Сюда же добавляем кефир, он обязательно должен быть комнатной температуры. Добавляем варенье, если оно у вас густовато, то его тоже можно подогреть, тогда оно станет более жидким. Растопленное сливочное масло и тщательно все перемешиваем венчиком. В муку добавляю соду и, просеивая ее, постепенно замешиваю тесто. Тесто получается такое темное, потому что варенье у меня сегодня черничное. Форму, в которой будем запекать, смазываем растительным маслом и вливаем в нее тесто. Диаметр формы у меня 26 сантиметров. Все, отправляем в духовку. Температуру ставим 180 градусов на 40-45 минут. Готовность будем проверять зубочисткой. Все, пирог полностью готов. Достаем из духовки и даем ему остыть. Вот такой большой и красивый пирог у меня получился. Как я уже говорила, пирог получается такой темный, потому что я добавила в него сегодня черничное варенье. Если, к примеру, добавить светлое варенье, ну я не знаю, абрикосовое, например, пирог получится, конечно же, светлый. Пробуйте, готовьте, он получается очень нежный, очень вкусный, а самое главное, что это простой рецепт. Ну все, я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Готовьте вкуснейший пирог к чаю. Ну и всем пока-пока!